Всем здравствуйте, и вы на канале «Шьем вместе» с Лилией Дроздовой. Вот такие обрезки у меня остались после пошива лонгслива из джерси. И я решила смастерить съемный декор в виде цветка. И так как это у меня джерси, то, конечно же, я сначала проверяю, распускается ли оно. Ну, получается, срезы, в принципе, не распускаются, поэтому можно вырезать лепестки и просто их фантазийно укладывать. Я вырезала 3 произвольных размера лепестка. Примерно 7 на 5, 8 на 6 и 9 на 7. И теперь вырежу, ну, как минимум по 5 лепесточков каждого размера. Я подготовила основание из картонки. Примерно 5 сантиметров. И с помощью термопистолета буду приклеивать эти лепесточки на основание. Рисую их на материале и, соответственно, вырезаю. У меня получается 15 лепестков. Еще я вырезала 2 таких листочка длинненьких, совершенно произвольных, и 2 совсем маленьких лепесточка. Далее, можно на самом деле ниткой с иголкой, можно клеевым пистолетом, я сшивала. То есть у основания лепесточка закладывала произвольные складочки, встречные, параллельные, и просто их фиксировала ниткой с иголкой, сделала закрепочки. И благодаря этим складочкам у лепесточка и появляется объем. Сделать так все лепесточки, кроме вот этих 2 маленьких. После того, как все лепестки подготовили, нужно из чего-то сделать тычинки. Я их буду делать из натуральной кожи. Вырезала тонкие полоски. Далее кожу промазываю клеем ПВА. Хорошо пропитываю и высушиваю в растянутом виде. Потом нарезаю на тонкие полоски, завязываю сверху узелочки, и получаются вот такие вот тычинки. Теперь берем все тычинки, выравниваем их и связываем в пучок любой ниткой. Далее берем самый маленький лепесточек, покрываем его клеем, укладываем тычинки вовнутрь и плотно зажимаем. Вторым маленьким лепестком накрываем с другой стороны. То есть получается такая трубочка из 2 лепестков с тычинками. Теперь берем заготовленные лепестки. Смотрим, в какую сторону лепесток загибается лучше. Смазываем клеем и приклеиваем. Важно, чтобы все лепестки снизу приклеивались к одному уровню. Следующий лепесток накрываем таким образом, чтобы он наполовину перекрыл предыдущий лепесток. Итак, продолжаем. Сначала маленькие лепестки, потом средние, а потом самые большие. Важно, чтобы снизу, там, где торчат тычинки, получилось плоское основание. Если у вас нет термопистолета, то все лепестки можно между собой сшить ниткой с иголкой, так же, как мы зашивали складочки на каждом лепестке. Важно, чтобы все смотрелось красиво, лепесточек друг за дружкой шел, и получается вот такой вот красивый цветок. Теперь срезаем тычинки, и вот оно ровное основание, к которому и нужно присоединить вот эту картонку. Я заготовила еще листочки, их можно делать, можно не делать. Вот так я складываю, прикладываю цветок, смотрю, как лучше будет это все выглядеть. В общем, настраиваю так, чтобы было красиво. Приклеиваю 2 лепесточка и дальше наверх приклеиваю сам цветок. Обязательно покрутите цветок, потому что лепестки располагаются неравномерно. Если где-то есть какие-то проплешинки, как раз вот этим местом к листочкам можно и приклеить. Также между листочками я еще приклеила 2 полосочки из кожи. И получился невероятно красивый, нежный, сочный цветочек. С обратной стороны на картонку я приклеила кусочек джерси тоже по кругу. И осталось только укрепить магнит или любую другую застежку. Я буду крепить на магнитики. Я их заказываю на Озон. Они вот в таких вот пакетиках. Конечно, можно купить просто магниты без пакетиков и спрятать под ткань. Но мне кажется, так тоже удобно. Теперь на цветке нужно выбрать там, где будет верх. Потому что крепление делается не посередине, а ближе к верху, чтобы цветок как бы отвесно висел, а не свисал от середины, вот так не загибался. Поэтому выбирайте там, где у вас должен быть верх. Вот я сделала пометочку. Они как бы надо посмотреть, какой стороной лучше магнитится. Потому что вот так плохо магнитится, вот так вообще не магнитится. То есть вот так они магнитятся. Соответственно, нужно так и пришить. В прошлый раз я оборачивала магнитик в ткань, но в этот раз пришью просто. То есть вот сюда за клеенку и за основание я просто ручными стежками пришью. Я пришила один магнитик с изнаночной стороны, ближе к верхней стороне. Второй магнитик, он никуда не пришивается. Берем изделие,
Второй магнит вы заводите с изнанки, а цветок прислоняете с лицевой стороны, и вот там внутри магнитик примагничивается. И, в принципе, такого магнита достаточно, чтобы держать вот этот цветок. Цветок-то легкий, вот он держится, никаких пришиваний, ничего не нужно. Потом сняли магнитик, и цветок у вас отсоединился. Если было полезно, не забудьте поставить лайк. Ну а сегодня на этом все. Пока-пока!